Ну, вот я только что все это, в принципе, прокомментировала. Я могу сказать, что эти учения проходят уже второй раз. Это вызывает исключительно и сожаление, и тревогу, особенно на фоне фактического замораживания Ереваном своей деятельности в ОДКБ и публичных выпадов в адрес организации. Никакие мирные, декларируемые мирные, псевдомирные, миротворческие усилия западников таковыми не являются. Их главная задача, очевидно, создать плацдарм для реализации собственных геополитических прожектов. Для этого им нужно устранить все мирные тенденции, которые там уже набирали обороты. Им нужно опять рассорить страны, регионы. Им нужно не допустить, так сказать, скрепления политических намерений, которые были заявлены и Баку, и Ереваном, и поддержаны региональными странами. Не допустить еще и экономического, так сказать, закрепления, так сказать, инфраструктурных проектов в поддержку этой политической воли. Вот сейчас они туда и подъезжают, и Штаты, и натовцы, для того, чтобы опять нарушить тот хрупкий баланс, то по-настоящему хрупкое. Хочется сказать мир, но то, что делают западники, ведут к тому, что мир превратится в перемирие, хрупкое перемирие, а потом, возможно, и сломается. Появление американцев на Южном Кавказе, мы неоднократно это могли уже видеть в различных частях мира, лишь подогреет сохраняющийся в регионе конфликтный потенциал, создаст новые разделительные линии. Я не хочу это говорить, но потом вы будете нас критиковать, что мы не сказали, не только разделительные линии, но и очаги конфликта, горячей фазы. Западники маниакально втягивают Армению в различные форматы взаимодействия в Закавказье, и не только в Закавказье, но и вокруг него. Все это имеет определенную, так сказать, направленность против России, против Ирана, да и против Турции. Через привлечение к маневрам и тренировочным программам под свои эгиды они навязывают Армении натовские стандарты вооруженных сил. Это ведет к переформатированию всей системы безопасности Армении и, как следствие, обретению западниками дополнительных рычагов влияния на ее внутреннюю, внешнюю политику. Россия всегда была, остается приверженной своим союзническим обязательствам, в том числе в плане обеспечения безопасности Армении. Россия стремится находить взаимоприемлемые развязки. Ну, в принципе, вопрос-то, конечно, нужно ставить и о том, а Армения-то привержена своим союзническим обязательствам. Вместе с тем, подобные шаги Еревана, приобретающие системный характер, подрывают перспективы функционирования отработанных механизмов взаимодействия в данной области. А это дипломатическая формулировка, но я думаю, нас поняли. Спасибо за комментарий. Спасибо вам. С нами Ли Верелк.